Вот пришла зима в своем наряде. Встречи с летом долго ты не жди. Это у пидорасов счастье сзади, а у нас с тобою впереди. С Новым годом, с наступающим, братан! Привет, друзья! С наступающим или уже наступившим Новый год! Сегодня я буду его отмечать. Один, справлять один. Всех поздравил, все идут в гости, но я так устал, хочу побыть просто один и приготовить вкусное блюдо. Купил сейчас, зашел, свежий кусок мяса. Это крестец, свининка. Обалденный. Посмотрим поподробнее дома. Вот такой вот кусочек. Потом для этого блюда, какое я буду готовить, картофель по-французски. Давно хотел. Купил кусочек сыра. Ну вот он вышел на 97 рублей. Кусочек мяса вышел у меня на 420 рублей. Вам сразу все, чтобы было. И все-таки то, что я читаю, ваши комментарии. Вот, кто писал про тушенку? Вот, смотрите, нашел. Ова, говядина, богатырская. Вот, ее взял. Не знаю, такая или не такая, тогда тоже напишите, скажете. Вот. Блин. Ну, где ее делают, не могу пока найти, но написано, что без соли. И по всем качествам. Россия, Калининград. Калининградская область. Вот такая вот баночка, кто говорил. И попались мне на глаза, то, что мне 24-го я еду уже в рейс. Ой, 4 числа еду в рейс. Единственное, что тут нет крышек, придется не забыть, напомните мне из дома взять открывашку. Вот такие вот голубцы будем с вами потом дегустировать. То я брал, те мне нравились. Вот, Серега, ты там смотришь, тоже берешь голубцы. Это вот другие. И взял такой же перец. Так что что, приятного просмотра. Едем домой и будем кулинарить. С Новым годом, братва! Этот Новый год будет классный, отличный. Всем хорошего настроения. У меня вот в честь Нового года радости какие, видите? Сникерса. Вот, газировку не пью. Гранат, сок и содержащий. И чипсы. Пока до дома доедешь, с голоду помрешь. Думал, эти тут чебуреки, я же заправляться сейчас еду, чтоб сразу... Думал, чебуреки есть, а ничего, выпечки нету, все уже ушли отмечать, поэтому буду хрустеть чипсики, сникерсы, запью водой, заправлюсь и поеду домой готовить. Газетный глаз. Бегаем, легкие. Освещаем после курения. Прошел уже месяц, но дышать пока что еще тяжело. Стадион 2 января. Ребят, чтобы не казаться там голословным, чтоб все. Вот, трезвый Новый год, 2 число. Занимаемся на улице. Идет, смотри, снежок пошел, благоволил к нам на брусьях. По программе там специальной мой друг нашел. Сначала разминочка по 5 раз. Вот, а ты говоришь мало. Занимайтесь спортом. Вот, программу он показывает. Это, короче, день первый, да? Да, да, да. По 5, вот смотрите, а второй подход 6, потом 4, 5 минут отдых между ними. Но начинать надо с малого, кто может малое, может и многое. Снежок порошить. Бабки сидят запорошенные. Хорошо, красота. Вот у таких, как вы, никогда, слышите? Никогда в новом году ничего хорошего не произойдет, потому что у вас нету духа праздника. Вот у меня все будет хорошо, а у вас все будет плохо, потому что вы демоны и петушары. С Новым годом, суки! Ну и, наконец-таки, мы переместились все-таки на кухню и будем готовить это блюдо. Я не знаю, сказал я или нет название. Картошка по-французски. Первым моим шагом это будет почистить картошку. У меня 6 картошек, вот размер такой вот, солидный. В общем, сейчас я их пока что не защищаю. Короче, свининка готова. Но часть этот не тот, его пришлось заменить. Тот я решил на... с костью был крестец, пошел на суп. А это чисто без кости, ну тоже окорок, как раз жирком, как мне надо. Сейчас буду его разделать, картошки будет вот столько пока в сторону. И подготовил, уже натер сыр.
и пару помидорчиков, я думаю, хватит. Приступаю. Вспышка не включилась, но я буду надеяться, что тут все видно. В общем, раскалил уже сковородочку, мясо получилось вот такими кусочками. Сейчас я его все туда, я не знаю, получится у меня одной рукой или нет, но я думаю, получится. Во, а заодно заскворчало. Его размешаем. Тоже жирок будет топиться, и маслице я добавил. Не, что-то вспышка не врубилась, сейчас я сделаю тут переключение. Да. Короче, сейчас слегка его обжариваем. Чисто свининку. Не, сковородка мала, и свинины очень много. Весов нету, поэтому все на глаз. Вот. Так у нас все тут выглядит, пока происходит. Короче, следующим моим действием будет у меня пока нарезка лука и чесночка. Мясо, смотрите, берег как удало. Я уже отвык, я привык говядину готовить. Порубал лучок. Дальше у нас сюда отправляется лук. Сейчас он сюда весь отправится. Перемешаем его. И будем уже туда добавлять червяки. Ой, это чеснок. Но его не мелко мельчить, а так прям на половиночке. Типа а-ля чеснок плавный. И перемешаем. И обжарим это буквально еще минуток 10. Лук с чесноком добавлены, перемешаны. И далее у нас томятся одни витамины. Так, а я тем временем сейчас нарежу картошку на дольки. Так, пока тут все озорно. Порезал картошечку. Сейчас я ее буду здесь мариновать. Вот таким вот вкусным майонезом и черным перцем с красным перцем. Так, перец добавлен. Отправляем сюда майонез. Все делается одной рукой. С вас лайк. Подписка. Кто не подписался? Смотрю, 98% смотрит видео без подписки. Вам что, жалко или что вы? Совсем не уважаете чужой труд. Сейчас я это все рукой буду перемешивать. А вот, кстати, да, хочу заметить, что я пока еще ничего не солил, не перчил, не вот это. А здесь вот, смотри, все перемешал, красный, черный перец, картошка и майонез. 4 компонента. Так. Сейчас будем теперь закладывать нашу картошечку к нашей семье. Вывалил, смотрите, целая какая катавасия. Так, сейчас буду пытаться это все перемешать. Потому что маловато тарка. Поэтому и хочется мне казан такой глубокий. А сейчас палочку обрезнул. Вкус вообще классный. И сейчас, ну картошка, если варится обычно минут 20, ну то и тут ей минут 15 дадим. О, а остренько. Короче, сейчас перемешаю и посмотрим, что получится. Пока я тут сидел и медитировал под новогоднее настроение, глядя на эту замечательную елочку, искусственную, натуральные должны растить в лесу. И смотрите, у нас тут чуть-чуть уже подужарилось. Аромат свежей свининки с картофелем просто не забываем. Сейчас я буду перемешивать. Вы уж простите, что снимаю так урывками, то что, ну, все-таки на телефон неудобно его никуда прилепить. Солью посолю сейчас и перемешаю. Так, перемешали, посолили. Теперь нарезаем помидор. Промежуточное время. Нужно снять пробу с кусочка свининки. И можно понять, что бы сюда добавил. Ого, хорошо. Мне кажется, да, для более сочности сейчас как раз дадут туда помидорки. Класс, еще чуть-чуть подсолю.
Сейчас посмотрю еще. А, во, еще раз специи, зеленую. Так, получилось вот так. Сверху выложил помидорки. И теперь наверх будем отправлять вот этот вот тертый сыр. О, один помидорка убежал. Ну, ничего страшного. Сверху сыр. Ну что ж, считайте компоненты мои хорошие. Свининка обжаренная, лучок с чесночком дальнейшим к ней. Картофель отменный. Потом помидорчики, специи, черный красный перец, соль. Помидорки. И сверху это все обильно двумя видами сыра. Мне кажется, оно того стоит, а? Попробуем. Я думаю, стоит. Елочка светит, Новый год, всех с Новым годом вообще. Настроение, думаю, новогоднее я вам создал. Ну и сейчас накроем крышкой, пока не разойдется сырочек. Вот так. И все. Так, потом будем дегустировать. Все растеклось. Ну пусть сейчас чуть-чуть настоится. А, запах балдежный. И будем дегустировать. А вы гляньте. Сырочек растекся совсем. Так, сейчас я положу себе тарелочку и продегустирую. Так, вот, положил себе порцию, ну, тарелку. Кстати, на удивление, убавилось не так много. Я думаю, всем хватит. О, вкуснота. Запах издается отсюда вообще просто супер. Так, ну что, давайте попробуем. Тут, мне кажется, даже соус сейчас никакой не нужен. Хотя я взял такой соус экзотический, мне он очень нравится. С имбирем и ананасом. У него запах такой классный. И вкус он сладкий и остренький. Он такой вот кусочками, он на хлеб когда мажешь. Мне очень понравилось. Кто знает, вот такой вот хэнс экзотической. Вон там он, креветки. Ладно. Ну, с Новым годом. Вас приятного аппетита, кто ест со мной. Так, сначала что, я взял вот кусочек свининки. Ну да, на телефон, конечно, не очень нарею снимать. Ну, пробуем. Запах офигенный. Как соль, перец, сейчас все скажу. Ну, пока можно без хлеба. Ну, видно. Блин. Реально вкусно, правда вкусно. Картошка. Она была замаринована в майонезе с черным красным перцем. Что забыл? Просто не терпится вам показать и сжрать охота. Сыр вон свисает. Сыр свисает. Это не как у Александра, все время сало откуда-то свисает. У нас вон. Чтоб сало не свисало, ходим на стадион. Завтра, кстати, опять пойдем по программе. Он просто не хотел сниматься. У него, ему теперь тоже вместо меня глаз подбили. И тоже отняли карточку и часы, представляете? Часы наручные, я вообще охерел. Я уж скажу, но ты меня уж не вини. Просто, чтобы люди были осторожны, познакомился с бабой в интернете, с какой-то прошмандовкой. И пошел с ней гулять в центр города. Зашел в арку, а там его уже ждали. Говорит, закурить нету. Он сказал, нету. Вот. И на этом все закончилось. Он очнулся, он потерял сознание, очнулся без часов и без карты. Ну ничего, Санек, мы занимаемся, накачаемся и всем им дадим просраться. А я карту уже восстановил. Давай, видите, как опасно. В Рязани. Такие вот специальные малолетки, прямой малолетки. Просто кто... Бездельники. Перец чувствуется.
кто предель, тому нет такой херней заниматься. Кстати, вы что на работу никто не идет? Мне послезавтра в рейс, а водитель так и не находится. Что-то все просились, как сейчас уже конкретно говорю, ну давайте, что, приходите, выходите, все. Ладно, об работе, давайте о еде. Мне хватает всего. Сейчас мы затянувшийся сыр. Забываешь, где камера? Блюдо под стать ресторанному. Так что рекомендую. Что бы добавил, что бы убавил. Ну, может быть, когда мясо одно именно тушил, перед тем, как тушить, наверное, не свежее, а чуть-чуть, может быть, на полчасика, в небольшом уксусной такой вот как бы эссенс, чтобы чуть-чуть мне не хватает, я свинину ем привык, может, к шашлыку, может, уже такой, какой-то уксусной кислинки. Или, когда выложил жарить, лимонным соком или вот этим лаймом подавить на него. Или вот как Санёк, что он там узбекский этот свой еврей, ой, лимон покупал. А так, в принципе, вкусно. С Новым годом, ребятки. Подписывайтесь, не забывайте подписаться. Кто посмотрел, 98% смотрит без подписки. Ну это куда? Это же никуда. Я вам со всей душой. Элементарно. Даже без зубов можно было бы есть. Так что все. Всем пока. Скоро увидимся. Пишите комменты обязательно. И рассказывайте друзьям. Вот мой вам подарок на Новый год. Замечательный рецепт. Ну и сделайте уже мне какой-нибудь подарок. Подпишитесь, поставьте лайк и комментарий. Пока.